Вы еще не клиент Сбербанка. Основанный в 1841 году, Сбербанк России сегодня – современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. 17 территориальных банков по России. Дублирование функций на каждом уровне. Ручное управление активностью и приоритетами клиентских менеджеров. Недостаток внимания клиенту, недополученные услуги. Много разной аналитической документации у клиентских менеджеров. Недополученный доход. В такой большой и сложной структуре жизненно необходимо иметь общий бизнес-язык и общие правила игры. В результате работы над проектом разработан единый удобный инструмент, проведено пилотирование дэшборда, обеспечено высвобождение времени клиентского менеджера для предпринимательской активности. Принципиально новое, что дано клиентскому менеджеру и руководителю, постановка смарт-задач для формирования активности клиентского менеджера для клиента на основе индивидуального продуктового предложения. 60 часов очного обучения. 46 часов межмодульных созвонов, 72 часа бессонных ночей подготовки проекта на очных модулях, 5 тербанков, 7 участников из разных сфер, из них 5 из розницы. Здравствуйте, коллеги! Я рада, что мое участие в этом проекте поможет сделать систему CRM более эффективной. CRM – мой рабочий инструмент, и если он будет удобным и комфортным в использовании, то я смогу быть максимально полезной для банка и для клиента. Желаю группе удачи на защите. Мы верим, что у вас все получится. Я рад, что данная тема интересует руководство Сбербанка. Я вижу, что работа группы с участием клиентских менеджеров и их руководителей по всей стране смогла внести ощутимый вклад в развитие и изменение существующей системы. Я уверен, что это сделает нашу ежедневную работу намного эффективнее, а клиентов лояльнее. Возможность расставлять приоритеты в своей работе. Возможность правильно планировать свое время и свои активности. Возможность знать свои результаты и планировать доходы в рамках индивидуальной системы мотивации. Возможность работать над своей личной эффективностью. Возможность знать свой рейтинг и стремиться быть лучше. Наш банк успешно внедряет систему CRM корпоратива. Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентом. Выстраивание взаимоотношений между банком и клиентом – это задача наших ключевых сотрудников, клиентских менеджеров. И если эта система CRM корпоративной будет дополнена дэшборд, который будет отражать информацию в разрезе каждого клиентского менеджера, то в итоге мы получим эффективный инструмент управления нашей командой, лучшей командой на нашем рынке. Задача CRM-систем – сделать процесс управления отношениями с клиентом доступным, понятным и логичным. Создание подобного инструмента – шаг в правильном направлении, поскольку он делает огромный объем информации, содержащейся в CRM-корпоративной, полезным и доступным для клиентского менеджера. Ну а в целом проект создания данного дэшборда является хорошим примером того, как на деле реализуются ценности Сбербанка. Каждый участник команды проявил свои лидерские качества. Коллектив сразу нескольких тербанков сработал как единое целое. Ну а результатом всего процесса стал продукт, который полезен как внутреннему, так и внешнему клиенту. Коллеги, друзья, Максим Подовинников, начальник отдела CRM Уральский банк. Наш территориальный банк осуществлял непосредственно разработку инструментария, бизнес-логику расчетов и визуализацию данного дэшборда. Считаю, получился полезный для клиентского менеджера и необходимый для его руководителя инструмент, позволяющий осуществлять еженедельный мониторинг как активности, так и результативности деятельности менеджера. Со своей стороны постараемся внедрить полученные наработки в системе оперативной управленческой отчетности Уральского банка. Всем спасибо за возможность участия в данном проекте. Работа над проектом – это еще и активное обучение в период очных модулей. Не менее 40 часов ночного времени мы потратили с группой на обсуждение деталей нашего проекта с учетом новых вводных, на обмен эмоциями, впечатлениями и своими мнениями. 5 территориальных банков и центральный аппарат.
корпоративный и розничный блок. Не просто всех объединить. 160 часов очного обучения, много драйва. На старте проекта это 16 параллельно действующих систем учета оценки эффективности работы клиентского менеджера в различных территориальных банках. Наш проект – это еще и вызов. Создать единую систему, настроить процесс и оценить работу каждого пилотного территориального банка в общей командной работе. 7 участников команды из разных сфер. Нам было важно инвестировать опыт каждого, и мы это сделали. Задачей нашего проекта было создание эффективного инструмента для клиентских менеджеров и их руководителей. Более 15 клиентских менеджеров из 4 территориальных банков приняли участие в пилоте. Мы постоянно находились на связи и получали от коллег интересные идеи по улучшению инструмента. Именно это и позволило нам достичь желаемый результат в максимально сжатые сроки. 32 часа межмодульных созвонов, много общения. Да, Настя, привет. По проекту все идет по плану.